В самом разгаре волейбольный турнир Андрианова среди женских команд. Одной из самых интригующих игр прошедшего на выходных тура стало соперничество команд «Динамо» и «Межрегионгаз». Неделю назад в рамках чемпионата области они сыграли упорный пятисетовый поединок. Победу в решающей пятой партии одержали более опытные «Динамовцы». В этот раз такой интересной игры не получилось. Молодые «Газпромовцы» вчистую проиграли мастеровитому сопернику. Играли достаточно с принципиальным нашим соперником, с которым у нас всегда бывают сложные игры. А буквально вчера прошел награждение, закончился турнир на чемпионат области, в котором мы второе место заняли. Результаты же остальных двух матчей следующие. ГУ-НПК ОГУ 3-0. С таким же счетом Дюш номер 7 Интерсич переиграл другую команду из той же спортивной школы. Следующие встречи пройдут в эти выходные.